Борус, многоглавый хребет западного Саяна, расположен недалеко от Саяно-Шушенской ГЭС. Хребет имеет четкие очертания и несколько вершин, Малый и Большой Борус, пики Кашурникова и Дураков. По хребту проходит множество маршрутов различной категории сложности. Маршрут к водопаду является одним из самых простых и коротких. Расстояние 15 километров. Набор высоты 650 метров. Маршрут очень популярный, каждый день сюда ходят сотни людей. Выходить на маршрут лучше с 7 до 8 утра, так вы сможете насладиться дорогой и живописными видами почти в полном отсутствии людей.
2013 году случился сель, который пропахал для себя дорогу в горах, оставив своеобразное каменное русло от потока, через него как раз нужно перейти по пути к водопаду. Зрелище впечатляющее, поток прорыл огромную канаву больше 10 километров длиной и несколько метров глубиной.